Дядя Андрей приехал. Выросла-то как. 3 года не видали. А это что нацепила? А я елку облизаю. Хочешь, покажу? Идем. Пойдем. Два. Вот эта елка. Молодец, Грунинска. Грунинска. Маманька из дырки воротила. Прячется. Прячется. Куда? Вон туда. Прячется. Все приготовила. Все приготовила. И подарочек тебе приготовила. Ах, стрекоза. Где ж подарочек-то? А чьи же это вещи? А к нам гость приехал. Алешенька, сынок. Нет. А кто же это? Не скажу, не скажу, не скажу. Алешенька? Жив, здоров, поклон прислал. Приедете? Тетя Маша, сама знаешь, не может Алексей сюда приехать. Что, в тюрьме сидит? Да? Нет. На воле. Подарочки всем прислал. Подарочки, 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 подарочки прислал. А где? Где отец? А папка скоро придет. Он на ночной смене дежурит.
Алгаше водам пурляваль! Вальс зелераль! До сих пор нет телеграмм. Вечные дела. Какой телеграмм? А это не бабьего ума дело. Vous êtes très charmant, mon cher ami. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ах, здравствуйте. Мне на платье, мне на платье, мне на платье. Слабой. Вот, вот. Алексей прислал Тимон. Thank you.
алкоголь. Ты доволен? Париж, мафтит. Светлым праздничком. Орелики! Мне помогает Господь Бог, русская смекалка и лузнецовская ловкость. Великое горе постигло всех нас. Сегодня вместо общего веселья, вместо того, чтобы праздновать великий праздник Рождества Христова, мы скорбим. Мы скорбим вместе с вами о погибших. А герою-сторожу, Петру Корнакову, который как свое добро спасал наше добро, общее добро, который пожертвовал своей жизнью, семье его мы выдаем премию в 250 целковых. Аминь. 39 гробов.
Распел вас. На работе или где? Артамон Потапыч, благодетель ты наш. Сделай милость, устрой куда в цех. Цех? Обоих? Или только ее? Да хоть и ее, Артамон Потапыч. Бедствуем. Бедствуем? Ты что, забыла? Не подмажешь, не поедешь. Подмазывать-то нечем, Артамон Потапыч. Забудь, ты ведь по копейке платишь. Ну? Ладно. Натурой сговоримся. По праздникам пришлешь ко мне дочку. Полы мыть, белье стирать. Вообще договоримся. А ну, как поешь-то? Соловей, соловушка! Нет, это так в церкви пою. А ну как? Соловей, соловушка, буйная головушка. Ну, соловушка, пойдем, что ли? Маманька, иди, дочь, иди. Закашлялась. Душит он меня окаянный, особенно ночью. Лягу, а он как пес, начнет грызть. Грызет и грызет. Ты пойми, Фрося, ты
Ерографистка. А цех наш, чахоточный цех, и роза моя свинцовая, смертная роза. Опять ко мне подлазал. Карлик поймал и хватать начал. Это его грыжи ест, вот всех и лапает. Подумаешь, уже девку прижать нельзя. Фух, кобель рыжий. Тарелки в обжиг пускали. Так он около нее и трется. Тебе чего надо, дура? Это он от того, что по фабрике слушок прошел, что пожар, говорят, был не просто пожар, а поджог. И что управляющий Модест Петрович Это кто же это брешет? Кто это брешет? Саму язык рвать надо! Тебе что, голубенька, работа надоела? Страховое общество страховку выплатила? Выплатила! Выплатила? Значит, все по-правильному? По-правильному. А язык у тебя, баба, длинный. Я тебе его укорочу. Ой! Ой! Горунь, пойди сюда.
Кусок мяса. Пойди, говорю, сюда. Дай сюда, на это место. Здесь работать будем. Я тебе, сука, чего сказал? Артамон Потапыч. Я тебе язык укорочу. Ну? Ты еще меня поговоришь. Здесь работать будешь. Петровича жалко. Прямо уже. Чего с ним стряслось-то? Ночью удар приключился. Да ну... Чуть не помер. Вот дал зубок для праздника. Ты что? Чего? Дура. Какое мое распоряжение было? Тут здесь шелковым были. А ты что? Ситцевые платья одела? Артамон Потап. Встань взад. Встань сюда. Я с тобой отдельно поговорю. Дура. Ну, Грудюшка, не забыла, какие слова говорить? Нет, Артамон Потапыч, помню. А ну, повтори. Сейчас. Мы работницы нашей фабрики. Вашей фабрики. Вашей фабрики. Мы, работницы вашей фабрики, просим нас принять от вас... Вас от нас. Вас от нас сей дар, знак любви и почтения. Теперь вот. Правильно. Молодец. А? Вазу давай! Вазу! Держи. Ага. Держи, тише. Вот ваза так ваза. Крышка-то где? Крышка! Так, люби и почтение, так, люби и почтение. Не болтай головой, как индюк. Зверь, не три часа водилась. Всю прическу растрепала. Грош твой покрепче, прикольно. Держи. Держи крепче. Держи крепче, держи крепче. Мачки мое не замарай. Ага, нет. Венчалась я в нем. Чего бормочешь? Куда он не сорви? Вдруг карта поплашет. Идушка. Идушка.
Ну, я доволен. Корпус знатный построили. Вашими молитвами. Ну, молитвами, молитвами. А как уладили-то все? Молодцы. До гроба ваш верный слуга. Спасибо. Здравствуйте, господа. Вы работаете в вашей фабрике. Просим вас принять от нас. Вот это. Слава! 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 Николаю Павловичу слава! Супруги его, Ольге Викторовне, слава! 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 Ничего. Ну, вы. Говори-ка. Вот мы вот, вот я вот, вам вот, вот вас зовут. Ой. Хозяину. От любящих работе. Великолепный паркур. Эх! Кузнецовской! Это манифик, монами. Как же? Добровольно лишние часы работали, чтобы вазуется сработать. Merci bien. Ага. Спасибо за подарок. Спасибо. Ой. Ой. Ну, я доволен. А вы? Жалобы на что имеете? Впрочем, все пожарные вдовы выдать нам пособие от вашей милости. Мужья погибли, а мы бедствуем. Николя, как это пожарный вдов? Горель, выдай всем пожарным вдовам пособие. Потрешки. Теперь все довольны? Все довольны. Ни на что не жалуюсь. Ни на что не жалуюсь. Свет ты наш, Николай Павлович. Вот только насчет харчей. Насчет харчей? Что насчет харчей? Ну, Николай.
больно. Что такое харчи? Ну, я тебя спрашиваю. Что насчет харчи? Говорит, харчи неважные. А ты? Ты всем довольна? Довольна, довольна. Ни на что не жалуешься? Вот папанька сгорел, а маманька премии не получила. Как твоя фамилия? Груня Корнакова. Самон Подавыч, в чем дело? Что? Я же приказал. Что да? Понимаю. Скажи, голубушка, это твой отец, старик Корнаков, погиб во время пожара? Мой. А это твоя матушка, Корначи, работает на моей фабрике? Маманька работает. А твой брат, Алексей Корнаков, чем занимается? А? В тюрьме сидишь. В тюрьме. А за что? Не знаешь. Народ мучить. Да. Против царя? Пошел! Сволочь! Не извольте огорчаться. Хоть 10 штук сделает. Для вас работницы все сделают. А Корнаковых, даже духу Корнаковых, на фабрике не будет. Может, есть еще кто-нибудь из недовольных? Ну? Ну, Николай, кто вообще? Все молча. О-ля-ля! Значит, все довольны. Николай, алло. Корначиха,
как я, и Груньки с тобой бы ехать. Так что все прикончено, Артем Аркута. Ну, спаси Христос. Не поминайте бабы лихом. Прощения прошу. Так и надо, этапным чертям. Сучья ты дочь, Щедриха. Тебя бы так, коленкой с насиженного места. Артамон Потапыч, нет у ней боли ни отца, ни матери. Не убежай. Будь отцом родным. Я ее в женскую казарму устрою. Ну? Прощай, доченька. Мамай, прощай, родная. Маманька. Расстроилась. Так и надо за сына, за бастовщика. И зачем только эту стерву на работу оставляют? Молчи, и твоего ума дело. Горе скачет, горе песню споет.
Горе разгонит. Ты почему не пришла? Полы мыть. Приказание мое ни к чему. Артамон Потапыч. Артамон Потапыч. Пойдем с нами гулять. Если не придешь, уволю с фабрики. Thank you.
Значит, правда. Поджог! Бабоньки! Поджог! А не пожар! Какой поджог! Какой поджог! Здесь делаешь? Я, бабоньки, у Одежды Петровича искала по делу, а его нет. Не говори, где управляющий? А он, бабоньки, не нашла я его. Он, наверное, у нас в Терезе ночевал, там его искать надо. Врёшь! Ей-богу! Самый лопни! А! Бабы! Не у нас его искать надо, а у мастера! Грунюшка! Артамон Потапыч!
Это кто же это писал? Не знаю. Брат твой ей так написал. Может и брат. Его рук дело. Его рук дело. И ты туда же. И я туда же. Сучила я такая. Черт, носатый. Сейчас мы бабам жару поддадим. Век не забудут. Thank you.
Бабы, чего же делать-то, а? Здесь сидеть. Ворону с подмогой дожидаться. Не, бабы, нельзя дожидаться. Надо прямо. Чего надо, чего прямо? Тетя Таня, можно мне сказать? Ну, говори. Если мы их окружим со всех сторон, побежим и с тарелками. Тетя Таня, ведь нас же пища целая. Гру неправильно, как и кушинаем, со всех сторон нагрянем. Живьем возьмем. Я возьму баб Сочильного, пройду через машинный и углины схоронюсь. А я с этого цеха возьму, да через горный. А я через живописный от бани нагряну. А я? А ты, Грунь, здесь останешься. Ага. Как мы с бабами окружим, знак нам подашь. Крыши, лухового окна, косынкой махни. Поняла? Хорошо, тетя Таня. Лухового окна косынкой махну. Бабы, за мной! Ваше высокоблагородие. Подвезу. Thank you.
Thank you.